образования для 4-го республиканского смотра конкурса по строевой подготовке построим. Главный судья смотра конкурса полковник Марченко. Я должен отметить, что сегодня очередное важное мероприятие в жизни кадетских училищ, Суворовского, специализированного лицея. Ежегодно мы проводим смотры конкурса и строевой подготовки. И сегодня эта честь выпала земле Витебской. На базе Витебского кадетского училища мы проводим этот смотр-конкурс. Я должен отметить, что Витебское кадетское училище среди всех кадетских училищ выделяется как одно из лучших. Это и по строевой подготовке, и в целом по подготовке. Его кадеты принимают активное участие в парадах. Вот уже в течение 2 лет они участвуют в парадах войск Минского гарнизона. Лучшие кадеты, лучшие стрелки, которые будут выявлены в ходе этого смотра конкурса сегодня, примут участие, конечно же, и в параде на 9 мая, в честь 75-й годовщины Победы. Соревнования проходят в штатном режиме. Помощь в организации соревнований оказывает Министерство обороны, выделяются судьи, ну и ряд других должностных лиц. Это уже стало доброй, хорошей традицией, которая способствует развитию строевой подготовки, потому что, как правило, большая часть выпускников кадетских училищ Суворовского идут в силовые структуры, и строевая подготовка – это необходимый в их жизни предмет, который всегда будет им только помогать. Не зря есть пословица: «Красив в строю, силен в бою». Спасибо большое. Пожалуйста. Низу, руками низу, а чисто на выше поднялось.